Всем привет, дорогие друзья, с вами Георгий Страйкс, и мы начинаем играть в игру Астронир. Я буду называть ее Астронавты, потому что мне так проще. Итак, давайте выберем себе персонажа и отправимся в космос. На нашу планету, точнее. Мы сейчас, наоборот, в космосе, а нам надо будет на планету. Кого выбираем? Есть вот такой, они все разные. Не знаю, кого выбрать. Вот этого, вот такого толстенького, либо самого первого. А давайте начнем прям с самого первого. Запуск, и мы отцепляемся от станции и летим домой на планету. Нам предлагают нажать на камеру, нажимаем. Я нажал. А ну и это, видимо, только такой вид. Хорошо. Сейчас посмотрим, где мы приземлились. Я в игру немного поиграл, побегал, чтобы быть в курсе вообще, что происходит. И... ну, такое, я бы сказал. Правда, сразу вот есть куда спрятаться, если что. Хорошо, мы выходим. Так, как я выгляжу? Ну, интересный такой достаточно, смотрите. Длинные ноги. А что у него с руками такие? У него прям... руки прям толстенькие. Ну, ладно. Нам предлагают сразу что-то собирать, но мы, знаете, мы побежим, наверное, сразу же вот это собирать. Вот так вот. Смолу. Нам надо сейчас самое главное смолу набрать и соединители. Это самое главное. На первое время нам нужно... ну вот у нас сейчас только проблемы с энергией первое время будут. Потом я... дойдем до такого уровня с вами, что энергия нам вообще не нужна будет. Хорошо. Куда мы будем развиваться? В какую сторону? Вот я думаю, в эту сторону тащить все. Потому что там что-то... бугор какой-то мне не нравится. Давайте сюда. Окей, пошла. Ну вот вроде бы ровно. Относительно платформа села. Хорошо, нам нужны еще две смолы. Одну сюда поставим, чтобы у нас первая платформа была. По-моему, здесь уже больше ничего нету, да? А, нет, еще что-то есть. Наберется у нас еще на одну. Нам еще одна нужна. Очень-очень нужна. Давай. Во. Ну. Ну, мы сейчас только кислородом можем заряжаться. Энергия у нас, к сожалению, пока что никак не генерируется. Мы ничего не умеем. Все, давай. Что нам нужно с первым делом? Это медь вряд ли. Медь у нас пока что нет. Я думаю, что плавильню. Плавильня. Нам нужны соединения. Соединения у нас где? Здесь у нас энергия. Вот это вон там соединение. Пойдем заберем соединение. И, в принципе, все будет норм. Сейчас поставим... ну, что-то, блин, далеко. Успею я? А, давайте успею, наверное. По кислороду я имею в виду. Давайте пробежимся. Я надеюсь, что когда я бегу, у меня кислород не так быстро расходуется. Давайте мы соединение набьем. Нам очень нужны соединения. Это... на мой взгляд, самый нужный вообще. Не то, что самый нужный, я скажу, его всегда не хватает. Вот почему-то мне всегда не хватает. Блин, что-то маловато. О, все, хорош. Давай. Бегом. Кислород, только не умри. Давай. Дыши, родной. Осталось чуть-чуть. О, все. Все, это наша первая база. Хорошо, строим. У нас две штучки, по-моему, есть, да? Три даже. Одну сюда, вторую сюда. Да, мы делаем плавильню. А следующим мы сделаем принтер. Принтер очень нужен, и исследование еще нужно. Энергии нет, но энергия сейчас будет. Солнечную сделаем. Солнечное для себя. Все, что вы делаете, в принципе, в нашем инвентаре у персонажа, оно практически нужно только персонажу. Для базы есть другие всякие штуки. Так, энергию мы можем непосредственно саму энергию взять, а можно ее через генератор. Но мы пока что просто энергию. Вот тут, правда, ее мало. Она вот тут у нас. Если я вот поднимусь, если я так немножко себе более пологую сейчас сделаю территорию. Ну, вот как-то так.
Что могу сказать по поводу этой игры? Я проиграл в нее где-то... Ну, чтобы не соврать, можно в Стиме, конечно, посмотреть. Но часов 5 точно. Я, в принципе, ей доволен. Единственное, что могу сказать, если вы вдруг построите транспорт в этой игре, то я вас предупрежу. Ездить на транспорте здесь неудобно. Вообще никак. И это, наверное, единственный минус игры. Это транспорт. Пока не к чему мне придраться, кроме как вот к управлению. Ой-ой-ой-ой, у нас проблема. Хьюстон, мы помираем. Давай-давай-давай. Быстрее. Все. Успел. Так вот. Самая проблема — это передвижение. Но даже не в том проблема то, что управлять неудобно, да? Потому что, видите, я куда вот мышку поворачиваю, вот, чтобы так было понятно, куда мышку поворачиваю, туда и голова поворачивается. Вот машина работает точно так же. Если в любой игре, в любой шутере вы кнопочками, ну, васт, да, передвигаетесь, и вам как бы мышку вы поворачиваете, у вас только голова, а сами бежите там по прямой, то здесь так не работает. Здесь... Получается, что куда вы мышку повернули, туда и... Ой, а это нам не особо нужно. Ну ладно, пока тут пусть будет. Куда мышку повернули, туда и машину поворачивать потом. Это очень неудобно, и самое неудобство — это объезжать камушки. Я как-то уехал далеко, что вам тоже так же не советую. Отъезжать далеко от дома вообще, это просто смерти подобно, потому что, несмотря на то, что я уже там развился достаточно... неплохо себе, у меня энергии там было до жопы просто, и ни в чем себе не отказывал, но то есть мог автономно ездить и спокойненько жить, но проблема в том, что хоть и вот видите, вот домик показывается, он не на большое расстояние показывается. Если вы куда-нибудь уедете далеко, вы потеряетесь. И я искал где-то 3 часа дом. Так, энергии у нас пока есть, плавить нам нечего, и делать мы пока что ничего не можем. Нам нужна смола, чтобы дальше развиваться, и нам нужно... Давайте я еще одну батарейку сделаю. Опоры. Ну, опоры тоже нужны. Давайте я еще, чтобы у нас 2 солнечных было. Все, у нас 2 солнечных, хотя я, знаете, я сбегал не солнечное лучше, а вот, как его, флюгер. Флюгер, когда ветер, то он нормально так нас заряжает. Но опять же, когда ветер, нам нужно прятаться, поэтому мы не особо как бы, это если только так, чуть-чуть ветер. Давайте мы сейчас вот эту штуку раскопаем, здесь может быть медь, и... Вот это исследование тоже мы заберем все. Что вот одно, что второе. Таких, на самом деле, шаттлов, если вы думаете, что их мало, на самом деле тут их просто миллион, миллиард. И на одной планете можно практически все найти. Так, они разные, поэтому мы их обе забираем. Перемещать их... Так, а где мой дом-то? Вот тут. Крайне неудобно, но вот так вот я джонглирую ими, бегаю. Ой-ой-ой-ой, у нас кислород. Да, первое время, конечно, с кислородом и с энергией беда. Потом, в принципе, все это достаточно такое дело. На определенном этапе все становится очень легко и очень забавно. Что еще, кстати? Нельзя ставить вот эту штуку, когда вы можете сделать отдельное жилье. Нельзя ее ставить на какую-нибудь тачку. Вроде бы она отсоединяется, и кажется, что я сейчас на машинку поставлю, потом где-нибудь ее отвезу туда. У меня такое было, и после того, как я перезагрузился в игру, у меня машинка ушла под землю, и все, я потерял машинку, она под землей осталась. Ну, как бы не то, что потерял. Так, вот эта штука, кстати, нам... Литиум, да. Нам она пригодится, кстати, из него мы можем сделать, знаете что? Батарею, я ее сделаю. А из вот этого, по-моему, флюгер как раз могу сделать. И еще одно топливо для... Ой, иди сюда. Иди сюда. Забавная игруля. Еще одно топливо для нашего космического корабля. Но мы пока... Кстати, корабль мы будем... Ой-ой-ой, быстрее беги. Делать не шаттл, потому что шаттл, он пригоден, в принципе, только для перемещения
по орбите планеты. То есть по планете удобно перемещаться не на машинке, а именно шаттлом летать. Потому что есть разные зоны, вы видите, где ваш дом, вы не потеряетесь, потому что там он, значок дома показывается на карте. Вот, в отличие от того же автомобиля, который вы тут на луноходе перемещаетесь. Так, вот эту штуку я вот сюда поставлю. Угу. Что я могу сделать из этого? Да, флюгеры могу сделать. И, наверное, я... А это вообще что? Алюминий. Нет, пусть пока алюминий. У нас пока... Хотя мы можем плавить, по сути-то. Что нам нужно? Нам нужен... Смола нужна. Пойдем к смолу поищем. Смолу поищем. Смолу, смола. Где смола? Вот я не особо, кстати, удачно... приземлился. По ресурсам я имею в виду, все как-то далеко. Самые первые мои приземления были более успешными. Вон какие-то растения интересные, там тоже могут быть исследования. Так, давайте мы сейчас вот заберем вот эти штуки. Зато здесь, в принципе, соединений много. Мне вот почему-то тогда соединений дико не хватало. Здесь вот соединение. Это, наверное, смотря где окажешься. Здесь вот соединений полно. Мы сейчас просто сюда проведем потом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бежим. Бежим. Кислород. Кислород мне в рот. Давай. Давай, выживай. Дыши медленнее. Затаи дыхание. Во, все. Нас питает, это хорошо. Давайте я сделаю... маленькую солнечную можно сделать, в принципе, для... Ну ладно, я сделаю опоры, чтобы нам бегать до первое время. Я думаю, нам надо будет в любом случае с опорами. И побольше опор. Это мы сюда пока. Это все пригодится для машинок. А мы сейчас с вами сразу отправимся в пещеру. Давайте сразу опоры ставим, и мы в пещеру. Здесь у нас пещера неподалеку. Сейчас мы свет проведем. Только как-то падать в нее, да? Там. Ну так. Ладно. Что-нибудь придумаем. Только сейчас где-нибудь спуск организуем. Но можно, в принципе, здесь спускаться. Через вот эту штуку. Ну, это такой. Обход такой. Ну, не знаю. Может, я что-нибудь придумаю. Я потом... Посмотрим, как мы тут будем жить. Погнали. Так, свет, куда свет? Сюда давай. Чтобы у нас все было хорошо, это можно подальше, в принципе. Блин, тут прыгать, правда. Ой-ой-ой-ой-ой, как у нас. Это у нас, по-моему, топливо. Это у нас то ли медь, то ли... То ли алюминий. А, вот у нас желтая. Вот у нас, да. Нам все нужно, только вот нам надо как-то спуститься. Я достану до туда. Видите, я даже не достаю. Блин, надо искать другой вход. Надо искать другой вход, потому что здесь очень глубоко. Очень глубоко не пойдет, ребят. Не пойдет, сразу говорю. Плохая пещера. Ну, точнее, пещера-то нормальная. Они тут, я так понимаю, что все пещеры могут быть соединены друг с собой, между собой, точнее. Давайте мы сейчас вот это все дело сюда поставим. Раз. И вот до энергии дотащим. Вот сюда. Здесь мы бегаем. Здесь мы бегаем. Стой. Стой. Я наоборот хотел заделать. О, чтобы у нас дырок не было. О, здесь немножко приспустить. Все, погнали. Сейчас мы дорогу себе проложим, чтобы у нас все было. Чтобы мы автономно могли бегать. И, в принципе, бегать без вот таких вот опор я бы вам поначалу не советовал. Потому как кислород, энергия нужна. А когда у нас будет энергия еще постоянная на нашей базе, так нам вообще не надо будет
Ничего заправляться. Здесь можно сэкономить, да? Давайте-ка сюда немножко. И это можно даже подальше поставить. Но это такое. Во. Провели. Худо-бедно. Но провели. Есть, хорошо. Теперь нам надо тогда, знаете, что сделать? Раз мы тут живем. А, ну, в принципе, у нас тут вот, вот это вот подойдет. Подойдет, да? Это будем прятаться, когда будет буря. Потому что буря нам опасна. Давайте сразу энергию подключим, чтобы она у нас тут всегда была. И пойдемте, наверное, прокладывать себе дорогу. Куда? А, вон туда. Мы, в общем, во все четыре стороны будем дорогу тянуть. Давай на максимальное доступное расстояние. Давай сюда. И побежали. Сюда. Достаточно забавная игруля. Такая, в ней не особо напрягаешься. Ну, я имею в виду, она не так не особо напрягает. Напрягает только, когда-то вы будете перемещаться на транспорте. Вот там будет у вас реальные подгорания табуретки и вашего кресла под вами. Потому что лично я, когда искал дорогу до дома, я вспомнил, наверное, все слова. Все слова, плохие и неплохие. И разработчиков всех вспомнил, и их детей, и матерей. Потому что камушки, не вот эти камушки, а сейчас скажу, вот эти камушки. Вот эти камушки — это зло. Это просто зло. Очень плохо машинка пока что работает. Так, а здесь у нас плохой источник-то на самом деле. Чем сюда прибежали? Нам, знаете, нам надо вот наподобие вот таких вышек источник находить, который восполняется. В принципе, мы можем уже отбегать от базы. Вот можно еще туда провести. Сейчас мы это все дело наладим. Что мы набрали? Мы набрали опять много-много соединений. Блин, вот, видимо, на каждом участке разные вот эти штуки. То есть где-то соединений полно, где-то, не знаю, смолы полно. Нужна ли нам здесь солнечная батарея? Маленькая-то она особо не особо нужна. Я, наверное, пока что здесь все оставлю. Соединение есть, погнали сюда, вот сбегаем. Здесь у нас... А, я здесь провел. Хорошо, давай тогда в другую сторону побежим. Посмотрим, что у нас там. Вот я вижу, кстати, кислород. Кислород нам такое, не особо нужен. Потому что мы от базы безлимитно питаемся. В принципе, если мы будем бегать только на... По маршруту, можно и так сказать. То есть мы будем бегать по рельсам, то нам кислород не нужен. Когда на машинке, мы его не тратим, поэтому... Единственный плюс машинки — то, что не тратится кислород. Хорошо, я вот сейчас сюда проведу, чтобы нам просто подальше посмотреть, что у нас тут есть. В принципе, энергия и кислород, да? А, вот опять соединение есть. Кстати, соединение. Да, видимо... Это у нас кислород, да. Видимо, здесь у меня с соединениями проблем вообще никаких не будет. И я, наверное, пока что... Вон еще соединение. Пока не буду брать. Пойду вот, вот она. Вот она, то, что нам нужно. Смола. Как-то я ее хочу по-другому назвать почему-то, но это смола. Давайте мы ее соберем всю. Потому что надо еще платформы поставить. Соединения, они нужны, знаете, для чего? Очень в больших, огроменных количествах это делать склады, потому что здесь проблема, здесь, блин, как Лего. Вот как в Лего играешь, и знаешь, там чем больше этих самых квадратиков, можно пупырышек, чем больше, тем лучше. Вот здесь то же самое, здесь ячейка — это просто на весь золото. Вот видите, кислород, мы уже практически независим от кислорода. Мы можем бегать далеко и питаться от нашей базы. В дальнейшем я еще сюда поставлю такой бак с кислородом.
и можем бегать будем еще на более далекие расстояния. Хорошо, мы здесь вот разосрались немножечко, можно так выразиться. Давайте я куда-нибудь сюда начну. Здесь вот так выровняем. Я не совсем еще разобрался, как ровно ставить вот эти платформы, потому что они почему-то как-то то вверх уезжают, то вниз уезжают. И поэтому как бы не совсем понятно, как это дело работает. Но вот как выпрямлять это, я все разобрался. Как выравнивать, точнее. Но вот сейчас будем ставить платформу, она может улететь куда-нибудь вверх-вниз. Так, давайте цветочков дособерем, чтобы... А, не те цветочки, вот эти. Чтобы у нас... Все. Органический. Органический как топливо, в принципе, к генератору на первое время очень даже, но... Пока что такое. Так, нам нужно как раз три. Одна сюда и две на расширение. Давайте мы... Нам надо сейчас что? Принтер, правильно. Давайте. Раз. Ну, практически идеально. Стой. Где у нас дырка? Прячься. Ой, чуть ногу не сломал. Все, спрятались. И к тому же мы еще и питаемся кислородом. Отлично. А, вот эти все стихийные бедствия, да? На самом деле их легко переждать, просто вот яму выкапывайте, где бы вы ни были, сразу яму копайте, все. На машинке тоже, кстати, могут вас кирпичи по голове, так что из машины надо сразу выпрыгивать и просто копать себе яму и в яму прыгать. Это самый легкий, наверное, способ пережить вот эту вот песчаную каменную бурю, которая, в принципе, она может и стороной пройти, но она, знаете, такая рандомная, вот она вот сейчас и может к нам пойти. Видите, она пока что... Не, она стороной ушла, да? Да. И, кстати, вот когда такая буря, ветряк вообще работает просто на ура. А надо еще ветряки поставить. Да, вот эти камушки мне будут мешать тут особо. Кстати, не особо ровная у нас тут поверхность, я хочу сказать. Прям вообще неровная, если честно. Прям вообще-вообще, если... Вот с поверхностью нам не повезло пока что. Здесь выпрямлять просто надо будет очень много всего и очень много... Работы много, в общем. Но я планирую глобально тут расшириться так. Поэтому мы будем строить все, что можно. Давай. Для чего надо выпрямлять? Потому что... Особенно, когда у вас появятся машинки. Машинки любят только, когда по прямой. Точнее, по ровной дороге. По таким вот, вот особенно вот такие булыжники. Я бы очень Так не надо делать. Я очень бы обрадовался, если бы в игру сделали какую-нибудь возможность эти камушки ломать. Потому что они... Они реально бесят. Эти камушки бесят. Так, все, у нас энергия кончилась. Но мы сделали все, что нужно. Так, вот это мы выкинем, пока что нам не нужно. Она потом пригодится. Давайте мы расширять платформу будем. Это мы смолу сюда, это мы смолу сюда. Вот так вот оно расширяется. И нам надо сделать что? Правильно, принтер. Мы можем сделать исследование и две штуки изучить. На исследование нужны соединения. Плавильный у нас есть, это пока не надо. Принтер. На принтер нужна медь. А вот за медью нам надо идти... Под землю, ребята. Под землю и только под землю. Можно, конечно, выкопать. Давайте выкопаем. Единственное, только копать я буду только с соединениями. Только... Сейчас вот я сделаю себе опоры. Без опор вообще в пещеру лучше не спускаться. Все, отлично. Давайте прям тут ставим. Оп. И пошли. Пошли копать вниз. Вниз. Я думаю, что рано или поздно мы докопаем. Вот этот звук, это просто звук пещеры. Оп. Ну что, пошли дальше. Сейчас мы еще поставим здесь, чтобы было свет.
Свет, да будет свет, сказал он. Ой, даже энергию мы собрали здесь. Все, мы докопались уже до пещеры, ребят. Здесь достаточно все неглубоко, пещера есть. То есть здесь под землей полностью целый свой мир. То есть здесь все живет и существует. Только давайте мы только со светой будем ходить. Без света никуда. Отлично. Во, и сразу же нам это, по-моему, топливо. Ну, топливо такое. Знаете, оно нужно. Кислород, энергия. Отлично. Ну, спуск, правда, у нас тут бешеный, если честно. Ну, ладно. Бешеный спуск. Погнали, наверное, сюда. Оп. Я буду вот так, вот такие штуки делать. Гирлянды новогодние. Свет проводить. Вот эти штуки опасные. До того момента, пока вы под ними не выроете эту самую. Ну, кстати, здесь еще спуск. Еще ниже. Но здесь, в принципе, уже более такое. Более хороший спуск. Давайте подровняем. Вот так вот примерно. Во. Да, потому что бегать туда-сюда. Здесь я уже не достану, да? Тогда мы сюда тоже будем спускать свет. Хорошо. Вот я не вижу пока что наших ископаемых, нужных нам. Вот там еще уровень. Смотрите, тройная пещера, прям три этажа. Вот эта фигня сейчас будет зеленую пакость выпускать, которая нам будет урон наносить. А вот здесь я бы немножко... Стой. Ой, что ж ты делаешь-то? Вот так вот. Чтобы нам здесь бегать. О. Все. Красоту навели. Пошли дальше. Ой, вот видите, она уже начала. Стой. Зеленая пакость, не надо. Ладно, придется все-таки ее уничтожить. Иначе она нам тут покоя не даст. Уничтожаем. Раз. Уничтожаем. Два. Ой. Как видите, у нас нет никаких полосок живучести, но тем не менее, когда у вас красный экран такой, значит, зеленая пакость вам наносит урон. Но она, в принципе, пропадает через какое-то время. Выветривается, будем это так называть. Так, это у нас топливо, да? Да, это топливо. Гидразин здесь как топливо. Можно его в дальнейшем перегонять, перекачивая в обычное топливо, в энергию точнее. Энергия в топливо, а топливо в энергию. Но, так, все, у нас соединения кончились. Давайте мы немножко вот этого наберем. В плане энергии. Дальше нам ничего особо не светится. Хорошо, вот, кстати, тоже энергия. Хорошо. Сейчас я кое-что сделаю. Чтобы нам не путаться, я вот здесь кислород повыкидываю. Я буду знать, что здесь... Что здесь у нас домик. Погнали. Наша цель — это медь и алюминий. Оп. И все. Когда вы вытащили вот эту штуку, та зеленая пакость больше появляться не будет. Так, вот этого пушистика нам надо изучить, но мы пока что не построили исследовательский институт, можно и так выразиться. Ой, еще взял. Так, вот это другое, я, наверное, не знаю, может быть, буду записывать, потому что если повторно их изучать, вам дают ресурсы. Так, у нас красный ежик. И зеленый ежик. Все, хорошо. Чтобы я просто знал, какие мы нашли, каких мы не нашли. Их очень много, всяких штук. И каждый они дают различные. Все, я вот видите, сорвал, и вот я опять красный ежик. И вот если я повторно красный ежика вот этого изучу, нам дадут либо титаниум, либо какой-нибудь там еще как-то литиум, или вроде того называется. Он, конечно, тоже нужно, но не особо. Не особо. Все. Видите, все. Все, теперь вот эти штуки там не страшны. Вообще никак. Я вот хотел еще посмотреть, что он там. Ну, там вот пока тоже полезного ничего не вижу. Давайте, наверное,
пойдем наверх, вот это все отнесем. Так, что я могу наверх отнести? Вот это. И пушистиков пошли отнесем. Ежиков. Да, ну вот только бы они бы еще не катались. Прыгай, прыгай, прыгай. А, когда я не могу прыгать, понял. Ладно. Когда тащишь, прыгать нельзя. Хорошо, давай, выкинем его. Ой, как сразу тут посветлело, да, в глазах. Вот у нас уже три на исследование торчат. Нам надо взять еще вот эти штуки. Ой, это не то. Вот это. Сделать больше опор. Это выкинем пока. Энергию прям сюда. Это тоже пока выкинем. Это нам только для космического корабля, кстати. Отдельно буду строить сразу же, наверное, три блока для техники. Потому что на одном будут чисто машинки, на другом корабли. Здесь их несколько. Как шаттл, так и космический корабль. Он побольше и, в принципе, только на космическом корабле вы сможете нормально, ну, летать к другим планетам, потому что на шаттле вы далеко особо не улетите, и к тому же на нем ничего не сможете привезти. А смысл вообще летать в другую планету, если ничего оттуда не привозить? Правильно? Логично. Вот, кстати, вот этого мы еще не изучали. Это у нас зеленый с синими штучками. Зеленый с синим. Хорошо. Заодно я посчитаю, сколько здесь разновидностей вот этих вот исследований. Так, ну это чуть позже. Я хотел без этого, без меди не возвращаться наверх, если честно. Давайте мы будем ставить опоры периодически. Под вот этой штукой ничего нету, на ней как раз вот эти штуки растут. Бывает зеленое еще там всякое. Во, вот мы дошли до медной руды. Как раз медная и... Так, вот здесь я, наверное, вниз перейду. Да, потому что вверх я просто не достану, не дотянется у нас наш скафандр, к сожалению. И он там опять мерзопакость, да? Она нам не даст, кстати. Вот, еще такой. Мы его пока тут оставим. Хорошо. Или там еще одна? О, там еще одна. Две штуки под одним цветком. Интересно. Или там его два было. Все, сорвали мы эту штуку. Она пусть сейчас выветрится. А мы пока будем свет прокладывать дальше. Наверное, чтобы не упасть, я тут сейчас вот так вот сделаю. Все, отлично. Все, давай. Малахит. Добываем малахит. Нам надо малахит. Это... да, медная руда. Нам как раз сейчас медь и нужна. Алюминий чуть попозже нам будет нужен. Нам сначала пока медь нужна. Так. Все выкапываем. Ну, давай еще на одну штучку набери, пожалуйста, мне. Нет? Никак вообще. Ех, а нам все равно спускаться, поэтому мы здесь будем сбривать. Ой, смотрите, какая там квадратик какой-то лежит. Да, большая пещера, смотрите, глубокая. Реально глубокая. Я вот что-то, кстати, на такую глубину-то особо не спускался. То есть тут, может быть, на особо днище там более интересные ресурсы. Так, ну, потащили эти штуки тоже сюда наверх. В принципе, поначалу они нам пригодятся. Из вот этого как раз литиума и титана можно делать дополнительные секции здесь. Вот эти отсеки, как вот я вот батарею сделал. Так, вот этот наверх тащим. Давай, давай. Сейчас, наверное, если восстановилось, у нас там эта штука там смола. Нам надо будет еще смолы набрать. Так, что-то я как-то здесь немножко очень... грубый переход, но это я потом подровняю, наверное, не на запись, чтобы у нас все было здесь хорошо. Так, что мы делаем? Мы ставим сюда сразу вот эти все штуки и плавим.
Ловим медь. И медь нам нужна будет. Там, по-моему, две нужно, да, меди? Если я не ошибаюсь, это мы сюда добавим. Пусть тратится. Да, тут надо всего лишь две меди, поэтому мы сразу же здесь сейчас сделаем. Две меди и принтер готовим. Отлично, принтер у нас есть. А на этом я серию закончу. Попрощаюсь с вами, а в следующей серии мы продолжим. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. И до новых встреч, до новых серий, ребят. Пока-пока.